Ура! Да.
Заоружается. Заоружается. Это мяч. Его по звонку. Умею говорить. Так опять зашла. Если. Ошибки.
только в жизни. Когда типа это как ну это как ну дочь. Ладно. Значит, я не тоже. Thank you.
не значит, что человек... Он изменен. Хотя я не изменим. Ну окей. Типа я изменилась. Я как умею. Мое лицо в реале. Окей. Добиться за сэмпая. О, Крейгер играет в загадочное убийство. Вот так вот.
Типа на них. Позвонку. Кипичит. Ну наконец-то я говорю. Ну наконец-то я говорю, а то не говорила сколько лет. А чё тут Кэт делает, типа, из другой вселенной? Это настоящий Кэт? Я не знаю. Это не настоящий Кэт. Да, это не настоящий. Да. Окей. А мне интересно посмотреть на реакцию Кэта, что я не изменилась. Какая будет у него реакция? Какая? Короче, иди на второе. На второе? Типа церковь? Наверное, в церкви. Типа... Подожди, это что такое? Машина? Я понимаю, как ты реагируешь. Я не понимаю, как ты реагируешь на тянок. Тянка летает. А как почему-то, по его мнению, почему-то он говорит, что я розовая. Я ж рыжая. Какая нафиг розовая? Какая нафиг розовая? Пойти. Что? Выпрыгни с сцены и застрели тянку. Окей. Я сошла с ума опять. Моя машина. Дай я. Давай. Я схожу уже с ума от этой игры. Главное, как ты не говори, окей? Я Вадим. А вдруг сейчас Кэт зайдет? А вдруг сейчас Кэт зайдет? И увидит мой никнейм. О, церковь. О, моё. О, да, пошли тянок расстреливать. Ой, я ж сама тянка. Что со мной происходит? Я хочу резню, как бы. Я хочу резню. Чтобы появилось еще кухня. Я хочу резню, а ты хочешь тоже? Короче, я снайпер. Там, короче, тянка пробежала. Там тянка пробежала. Иди сюда! Разнесло. Ма, о, да, я тебя. Да, я ее убью, Я хочу резню. Иди сюда. О, да. Садись. Там еще тянка.
Это я вообще-то. Вот я могу взять руку, вот. Вот видишь, это я. А не думаю, что это Тянка, но я не думаю, что это. Как им объяснить, что я не Тянка? Я оно. Как бы я оно. Они ж понимают, понимаешь, они меня не убьют, потому что я ж своих, да? Они тупые. Они тупые! Они тупые, потому что я же, как я. Что? Рули или вставай, как я. Рули что, или вставай, как я, чтобы убить. Только тему. Я сейчас к нему поеду, я сейчас к нему поеду, он не понимает. Он не понимает, что я... Он тупой, что ли? Он стреляет. Он стреляет, понимаешь? А. Поехали. Не умею водить машину. Да. Погнали, Брухевен. Главное, чтобы Кэт туда не дошел. Я хочу себя опять задонатить и переоделась в свой скин в Нео Бетти. Мне интересно, на какой реакции. О, Крекер Тянкас, посмотри. Видел? Видел? Да не едь, не едь, я снайпнул. Короче, я там буду пиком в НФЛ, а ты будешь там вроде бы Дарниэлем. Дарниэлем. Как тебе мое место? Нормально. Я смог. Нормально. А еще у меня есть. А короче, сфоткай вот так нас. Понимаешь, у меня рыжие волосы, а у тебя синие. Стоп. А ты случайно не как Бэфэ? Сюда я ее убью. Застрелю. Давай, я не хочу тратить патроны. Так, сзади еще. Подожди, дай я встану. Всё, едь. Сейчас в неё. Смотри, Тянка против Тянки. Ты только что видел? Ты только что видел? Ага. Ты уже всё? Ты видел только что Тянка против Тянки только что билась? Мы не поладили, понимаешь, что-то там? Мы не поладили. Ты присел. Я очень присел. Стой, встань. О, Хацуна Мико! Причем тут Хацуна Мико? Это из-за того, что у меня рыжие волосы, меня путают с Пико? Смотри, как Пика уезжает от Бэфэ и Пика уезжает. Остановись. Я хочу встать на... Нет, а давай ты встанешь, я буду дальше убивать. Давай. О, да. Давно. Нет, вставай на багажник. На которой я вижу. Я умер. Мне ещё страшно. Такое ощущение, что я кого-то убила. Смотри, смотри, как на самом деле школа Пика строилась. Именно вот так. Я затопшу. Ладно. Вообще пацан в шоке был только что. Рыцарь ключ, я сдох. Ну начинает и маслина, ты его понимаешь. Отнеси в генеральный магазин. Знаешь, там что есть маша. Дайте ресет. Я ресетнулась. Генерал стор. Нет, тут можно продать предмет, идите в попу. А что будет на реакция к этому, что я не изменилась? Как он на это будет отреагировать?
Фигово? Или херово? Генеральный магазин. Я уже зашла в генеральный. Офигеть, такая пушка. Такая пушечка. О, да, я там нашла. Тебе нет. Понимаешь, что у Нео Бетти у нее пушка, пистолет. Как бы. У меня вопрос, что Кэт хочет от Нео Бетти? То есть от меня, я ж являюсь Нео Бетти, я ей становлюсь. Что он от меня хочет? Если он пишет А, ничего он от меня не хочет. Я написал. Я он удивился. Гараж. Гараж? Да, я гараж нашел. Смотри, гений. ФНФУ я там пико. А ты знаешь, кто там Кэт ФНФУ? Знаешь кто? Нет. Короче, он там, получается. Girlfriend. А ты бойфренд! Ладно, на самом деле, знаешь кто? ФНФУ. Бойфренд. Знаешь кто? Знаешь кто? Нажми на кнопочку решать. Я нажала на кнопочку решать. Я нажала. Ой. Идем. У меня в экране. Ей! Смотри, если там пиков и НФАУ, а там Cat Girlfriend. А знаешь почему Cat Girlfriend? Самые первые. Е? Город? Да. А ты знаешь, почему Кэт Гёрфренд? Потому что у него коричневые волосы. А у меня рыжие. И пика... Кола. Ищем... О, да, я вижу Тянку. Своими... Это что, твоя женская версия? Ты что-то от меня скрываешь. Не ври. Это ты. У меня ты я сожрал? Чё? Тянка превратилась в... В тебя? В эти тянка превратилась. Смотри, тянка меня превратилась. Два гения. Это моя мечта. Это моя мечта. Нет. О, тут машина Дэнджи. Может быть. Дэнджи. Короче, а ты знаешь, кто ты? Посмотри, если... А? Если ФНФАУ, ты там бойфренд, а Кэт Гёрфренд. Прости, Ени, прости. Просто у него... У Кэта просто... Коричневые волосы. Не синие волосы, а у Крикера голубые. Получается, Крекер бойфренд? Ага. А я пико. Подожди. Ты тоже вставай. Ты вдвоем. О, да. Он проехал в чисто. Подожди. А кого еще в ФНФ синие волосы? Подожди. Ты чё? Аква бедный! А, это девка. Крекера мама. Ну и... Подожди, а ты знаешь, кто Крекера мама? Если он там бойфренд. Как? Типа Хацуны Мика его мама. Хацуны Мика его мама. Хацуны Мику это... Вообще-то... Крекера-тянка. Да. Это вообще-то родная его сестра Крекера. А я Пико. А ты кто в НФЛ? Кем ты там будешь, Ени? Я... Вообще мой любимый перс там Гарцелла. Ну ладно, ты будешь там Гарцелла. Стоп, шип Пико и Гарцелла. Курить вредно. Я знаю, что курить вредно. Меня забыли!
Он тебя ждет, представляешь? Я что-то хорошее тебя опять забыли. Давай. Больно ноги. Я лучше буду сломом в руках там. Стреляй. Ты будешь там Гарселло, Гений? А мне идет, если честно, роль Пика, потому что у него рыжие волосы, прям как у меня. Прям как у меня. Я лучше к вам сяду, потому что я вам... Все, я к вам все его весь. Стоп! Если смотри, если Крекер бойфренд, а я там Пика, получается Крекер мой бывший? Потому что Пика и БФ они раньше встречались, они были раньше геи. Крекер мой бывший ФНФАУ. Будем рубить Дэнки. Да. Стоп. Гений, получается, Крекер мой бывший, подожди. Если он там бойфренд ФНФАУ. Получается, да. А ты Гарселло. Нет. Я не сильный, подожди. Он жесткий. А, пацан, подожди. А к этому он там girlfriend, представляешь? Это Ветю. Не делай, кто это? Кто это? Он перевернулся. Я хочу свой никнейм поменять не на Нео Бетти, а Джаз Бетти. Но что-то оно поменялось на Нео Бетти. Потому что это Нео Бетти. Да. Я Джаз Бетти, что с Роблоксом? Ну что, меня хочет меня разозлить? Он хочет тебе сделать нео. Да? Я ж не ФНФЭ, Нео! Я ж не из Нео ФНФЭ. Что за фигня? Я хотела назвать его Бесло, чем Денджи. Нет, я умер. А если сидеть на спавне, то Денджи вообще в другом измерении. Короче, я на последнюю... Кто-то мне там написал в YouTube, если мой... Муж лучше ты. Что там мне на YouTube там пишут, типа, мой муж? Какой нафиг муж? Они все... Он уехал. А Кирюха вышел из игры. Идем в самое святое место на свете. Водила меня бесит. Я хочу ему врезать в глаз, понимаешь? Я хочу стать Пика. Я не, ты представляешь Пика и Гарселло? Представляешь? Школьники, курящие и курящие курит в сторонке, представляешь? Я чисто курю в сторонке. А я чисто расстреливаю школу в школе. А Кэт girlfriend. Он почему-то girlfriend называет суккубом. Я дробаш пошли. У меня вопрос, почему? Почему гений? Ой, то есть крейкер. Ой, то есть Кэт. Машина горит. Машина горит у него. И, то есть крейкер. Ой, то есть Кэт. Ты крейкер,
Короче, Кэт будет girlfriend, потому что у Кэта коричневые волосы, все, я определилась, все. Кэдем. Ведь он себя делает экзоверсией, представляешь? Я знаю. А я этого не делаю. Знаешь, что Бетти Экзе, она человек, а не демон. Знаешь, как она всех убивает? Своим пистолетом грёбаным. У меня, короче, Рэм 700 это снайперка, и Рэм 870 это дробаш. Мне еще ферму найти, и там будет еще дабл баррел. Смотри, это очень странно, смотри. Подожди. А знаешь что? Вот поэтому я шиперю Крекера и Кэта, потому что у них вдвоем голубые и коричневые волосы. Если это смешать, знаешь, что будет? Не знаю, что будет. Меня убивает Янки. Ломом им по лицу, Я это сделаю в РП. Ломом им по лицу, все, отлично. Я еще машин. О, привет, Яночки. Коми! 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 Я не хочу тебя бить! Коми, отвали! Коми! Капец, вертолет! Помоги мне, спаси меня от Коми! Я не хочу с ней биться! Я смотрела это аниме, оно очень крутое! Не-не-не, Коми, отвали! Чё тут происходит? Коми бежит именно за мной! Что от ей надо? Я понимаю, что она хочет завести там 100 друзей, но не настолько же. Коми, я хочу с тобой подружиться, ладно. Только не бей меня, убей меня за это. Она, понимаешь, она упала в обморок. Она упала в обморок, Коми. Блин, ты где? Мне мало жизни. Там была, короче, Коми, ты посмотри. Я просто снимаю это все на видео, на YouTube. Ты это посмотришь, как Коми за мной бежала. Это просто пипец. Ты сейчас видос снимаешь? Да, скрытно! Да! Получается, мама не... Там какая-то Полина Алишева. Это случайно не из школы Кэта? Мне пишет. Если это из школы Кэта мне пишет, то я разозлюсь. Представляешь, вдруг Кэт что-то от меня скрывает, вдруг он такой скрытно с ним. Вдруг он такой скрытно смотрит мой ютуб через Полину. Представляешь? Какая будет ржака. Если он смотрит мои видео, то я его сейчас прибью. Действительно. Знаешь, что там ФНФ Нео Бетти? Вот видишь, Нео Бетти, это то же самое, как ФНФ Нео. Представляешь? Она же тоже с пистолетом. Дэнджи. Ой. Я могу присесть, смотришь это. Это я ваша, Если честно, я прыгаю вот так, чтобы, понимаешь, чтобы они поняли, что я ваша, представляете? Не понимаю. Иди на сирену, что в сирене. Если видишь машину с сиреной, то там я. Ага. Сэнпай! Что со мной происходит? Яндери Бетти сейчас меня вселится, представляешь? Нет. Да, она сейчас меня вселится. Мне сейчас нету Яндера. Мне надо ферму найти. Алло, Водафон. Блин, это я. Надо им попутать. Они поняли. Хорошо. Они поняли, что это я. Вот попрыгать вот так. Вот. Сзади там. Подкинься.
Там кто-то Дэнджи взял оружие и типа так... Перегуй густе, я перегуй густе, и сам там это помимо, мы нами, нами. I love you, you don't hate me, я мини, мини. I love you, пали, пуг, я густа. I love you, пали, густа. Та-та-та. Весь имбензик я спою. Я на такие мод нашел. Да? Да. Я на нем кучу. Это машин. Я, блин. Это я. Надо вот так именно прыгать им, что это я, блин. Они испугались, они думают, что Татьянка за ним бежит, представляете, за ними. Я приседаю, типа, это я. Я ваша, типа. А еще когда не варит, что лучше продавать оружие, какое купил. Да? Ладно. А ты... еще когда не варит, то лучше продавать оружие, какое купил. Потому что бабло дадут. Ведь бабло. Оружие не сохраняется. Ничего себе водила. Не от первого лица вообще еду. Да? Татьянка, еще одна, посмотри. Я сейчас что-то напишу, именно вот это вот. Стар какая-то. Боже. Просто ресетнись. Просто ресетнись. Они думают, что ты все, что я пацан, представляешь? Из-за характера. У меня вопрос, почему по их мнению они думают, что я пацан? Почему? Мне взять оружие, типа? Это из-за того, что я себя веду как пацан? Не знаю, но у меня Токио 3. Почему все думают вокруг, что я пацан? Типа даже в школе. Говорят мне, что я себя веду как мальчик, как мальчик, как мальчик. Они меня бесят, представляешь? Это из-за того, что я себя веду, это из-за того, что мой никнейм Старый Селивер, из-за того, что я так себя веду. Поэтому думают, я не Сили, я Бейти. Чё камни меня отталкивают, типа? Арми. Стоп, если... А ты знаешь, сколько там есть чипов с Girlfriend is Pico? Знаешь, что я написала слово Пико, и мне высветилось, знаешь, какой шип? Girlfriend и Пико, что за фигня? Прям сейчас. Смотри. Что? Я нашел оленя на каком-то пике. Ясно. Вот я ненавижу шип Girlfriend и Пико, потому что Пико, во-первых, Пико знает Girlfriend, но они просто друзья. Что за фигня? Я вопрос, что это за фигня была? Нет. Фиолетовая! Мечта Кэта только что! Мечта Кэта! Фиолетовый цвет! Фиолетовый цвет, любимый! Я нашла тянку для Кэта, но я ее убила случайно. А, бедный Кэт. А у меня вопрос, зачем именно ко мне лезть, если у меня есть ты? Что за фигня? Они что, стали все фанатками Скай? Это что, какая-то свапау, типа? Я там, знаешь, кто я свапау, если я там Пика? Знаешь, кто?
Смотри, если пика, получается, я там Харсела, типа как ты. Если я ты. Я лопату нашел. Да? Я лопату нашел. Я нашла свою сестру с рыжими волосами. Сестра, не надо, стой! Стой, сестра! У меня есть сестра, как бы. У меня есть сестра. Я ее убила, свою сестру. Уи! С рыжими волосами. Я убила. Да? Твою сестру селила с Яндеркой, если у нее там фиолетовые. Ой, то есть рыжево. Я убила свою сестру, все. Понимаешь? В игре. С рыжими волосами. Я Кэту нашла... Представляешь, что? Кэту предлагала девочка Гупару, а Кэт написал нет. Почему он отказывает, Кэт? Почему? Пойди. А. Иди и бери дробовик. Где дробовик? Тут его нету, дробовика. Где нет? Я водила. Я только дрифт умею делать. А знаешь, кто... У меня вопрос, почему Кэт думает, что он гей? Чем он думает, что он гей? Да просто на нас упал. У меня вопрос, почему Кэт думает, что он гей в клинок рассекающего демона, если он там звенит? Окей, я поехал вниз. Ага. А вон Арпасир. Я вообще... А вон Арпасир так эпично заедет. На арпа-сервер, типа. Так, залетим эпично, типа. Залетим эпично на арпа-сервер. Будем, типа, разговаривать об уже. И потом, как будет на нас смотреть, как на идиота. Это он? Это Бакуго. Что с машиной? У меня вопрос, Ени, почему у тебя такой голос похож на девочку? Я не знаю. У меня голос похож на... А ей? Ой. Офигеть, это ачивку дали. Это парень. Тебе ачивку дали? Да, ачивку дали. А почему у меня такой голос, как похож на пацана? Если я девка. Потому что ведь все зависит от лета. Подожди, вот, наверное, Кэт не понял, что я девочка по моему голосу. Такой грубый такой. А крекеры вместе с Кэтом подумали, что у меня будет такой мягкий голос. Подумали. А такой... И такой голос такой у меня такой. Возмущал такой мужской голос. А вдруг на самом деле я мальчик, а ты об этом даже не знаешь. Ладно, я шучу. Я знаю, что ты не мужик. Да, ты знаешь, что я не мужик. А можно было как-то так без этого, что я показала свою эту самую? Можно было без этого, да? Сказать, что я девочка, они показывают это дерьмо. Я была в прошлом как какая-то извращенка, а теперь уже нет. Стой! У меня вопрос, а вдруг тоже как притворяется, как я, что он изменился? Вдруг и притворяется. А ты как думаешь? Наверное... Я вообще фирму. Ну, наверное, притворяется, понимаешь? Потому что так человек не может так себя вести, что я там, типа, сказал там какое-то слово, и он изменился. Я что, колдунья? Я колдунья, что я могу, типа, изменить
решение человека, тип. Что это было за фигня, типа заставить человека-мужика измениться? Что за фигня? Это не может быть такое, это не может быть такое. Ты согласен, что этого не может быть такое? Капец, я фортикат сделал. Да? А что будет, если я сделаю себя как Нео Бетти, как на это Кэт отреагирует? Как на это Кэт отреагирует, если я сейчас задоначу? У меня вопрос, а как на это Кэт отреагирует, типа как я стала Нео Бетти? В игре задоначу себе скин. И все. Мне интересно на какую-то реакцию посмотреть, как он на это реагирует. Подавать глаза, типа, фиолетовые, чуть-чуть розовые, чуть-чуть фиолетовые. Как на это Кэт отреагирует? Или ты? Или Беслаж, как они на это оба отреагируют? Наверное, как-то так. Наверное, им будет пофиг. Да, им, наверное, будет пофиг. А кого будем игнорировать Кэта? Кого будем игнорировать Кэта? Типа его вообще не существует. Во. Я кругом заеду. Смотри, если бы Кэт бы изменился, смотри. Он ко всем... Смотри, у тебя есть какие предположения, что Кэт изменился? Какие? Теории. Какие у тебя есть теории, что Кэт изменился? Скажи. Не знаю. У меня их нет. А у меня они есть. Типа на самом деле, что Кэт... Я там сказала какие-то странные звуки, и Кэт изменился. Он случайно не аферист, что так изменился? У меня вопрос, зачем он меня обозвал психом, если я даже не псих? Да, вижу. У меня вопрос, зачем он так типа думает, что я псих, хотя я не псих? Как с ума сошел? Боже, я захотелся кругами ездить. Едем обратно, может другой путь найду. Да. До фирмы. Ты горишь. И потом... Машина горит. Тогда на другую. Сейчас взорвется, давай посмотрим, как она взорвется. Давай. Окей, только надо выехать как-то. А как в общем? Там что-то получается. Там что-то сзади. Все, води машину. Все, води. Да я повожу. А как выехать? Как только выехать? У меня вопрос, почему Кэт говорит, что я классик, блять? Почему? Если я не классик! У меня вообще мой мозг сожрет опять баку. Я туда. У меня вопрос, зачем Кэт думает, что я классик? Посмотри на меня. И посмотри на волосы, коричневые волосы и розовые волосы. Я не похожа на классик Бетти. О боже, почему он так думает? Это все потому, что... Это все потому, что у меня не Бетти, он говорит, что я... Что я классик? Если я даже не классик. Классик это Undertale. Да. Вообще. А!
Гличтейл и Бетти, она не из Андертейла. Она не из Андертейла. Согласись? Мать, мать. Я не из... Вообще-то Бетти GTA, она не из Андертейла. Я просто никнейм Бетти. Я фанат Гличтейла. Из-за того, что он будет говорить на меня классик Бетти, это не значит, что я из Андертейла. Понимаешь? Он дебил? Походу, да. Бетти вообще... Что? Бетти вообще не из Андертейла, Бетти из Гличтейла. Да, да. Может, в этой стороне? Первого. На какой стороне? В этой, какую я еду. Я фирму ищу. Ясно. Если что, я обратно еду. Соп, давай типа я буду хорошей стороной с твоей GTA Бетти. Давай типа мы сделаем GTA типа... Я буду там Нео Бетти, типа буду превращаться в себя, в рыжий свет. Знаешь, что это такое? Это в будущем, типа, я буду Нео. Понимаешь? А, стоп, я же Just Tell Бетти. Тут лопата. Мы тут были. Да. А еще возьми лопат. Просто нажми на. О, да. Я хочу, как-то, знаешь, чтобы прибить его лопатой и потом его убить. Нет, лопат. И вот сюда, в могилу прижать. Представляешь? Что он думает про меня, что я из Андертейла, представляешь? Понимаю, я понимаю, что моя ум называется Нео Тейл. Я понимаю. Я понимаю. Что? Я скачал Геншин, потому что создатель Крейди играет в Геншин. Да? Создатель Crazy и Rainbow Genshin, потому что он создал игру по Genshin целую. А что будет, если мы к этому создателю прилетим? Что будет? Да мы уже летим. А знаешь, что я делал с этими тянками? Знаешь, что со всеми? Знаешь как? Знаешь как? Знаешь что? Дай я тебе покажу. Стой, останови машину. Знаешь, как он делает? Он просто подходит и начинает именно делать вот так. Что это такое? Я это засняла. Я это удалила. Понимаешь? Он это... Меня зараните. У меня сейчас машина из-за блока загорится. Я вопрос, зачем Кэт всех насилует девочек? Я понимаю, у него даже нет девочки, зачем он всех насилует? Надо ему найти тянку, чтобы он всех не насиловал, даже меня. Что он к нам пристал? Что он к нам пристал? Мужик. Тянка, тянка, тянка сзади, тянка сзади. А что будет, смотри, а что будет, если я как-то изменю его пол? Типа, что он будет женщиной? Что будет? Это Кэт. Голос бьем Кэт. Мы сдохли. Все сдохли. Трипл килл. Вон арпасир, извини. Вон арпасир. Нет, стой. Да, я продам. Ты еще до самого этого не дошла. Подожди, я хочу... Нет, я хочу на арпасир. Подожди, я должна... О, смотри, это моя мама. Это моя мама продает. Ладно, я шучу. Как продать предметы? Я продаю. Нажимаю на продать. Я нажала на продать предмет, она продалась. Знаешь, как он подходил к этой тянке и начинал ее тря. Ну ты понимаешь, о чем я, да? Я не хочу даже это всё говорить. Понимаешь, весь мир узнает о Кэти, я напишу, что Кэт
видео, как буду говорить о Кэнди, представляешь? Сейчас, подожди, вдруг Кэт сейчас посмотрит это видео и мне даст посели. Ладно. Ладно, ладно, я пошутила. Это была такая шутка, шуточка. Вдруг он на самом деле смотрит. Иди ко мне. Окей, я иду, я сдохну. А где? На что идти? Я помогаю тебе вообще. А, да? А где пойдем на самую... А как это вообще закрыть? Пипуху просто. Пипушку. А я перезайду только себе. Мне надо продать и мою эту пупку. У меня вопрос, почему Кэт... О, Артём играет игру, мой друг, из реальности тебе показать. Что он там играет, дебил. Дебил. Я его называю дебилом, понимаешь? Он ж меня тоже оскорбляет, понимаешь? Вот, дебил играет. Дебил играет, вот видишь? Я к нему сейчас зайду, вот видишь? Вот, мой друг из реальности. Вот. Я сейчас... Дебил, понимаешь? Вот, дебил. Смотри, вот он. Он вдруг не зря. А что будет, если я к нему зайду? А что будет? Смотри, а что будет, если я к нему зайду? Мне просто интересно, что будет. Давай к нему, давай к нему зайдем. Да не, мне лень. А ты боишься? Нет. Что-то за сильнее. Давай я к нему сейчас. Я к нему зашла. Понимаешь, когда он играет, я сейчас его найду. Он тут на сервере, он на сервере. Я сейчас ему напишу привет. Я сейчас его буду ждать тут на спавне, представляешь? О, мы вместе с моим любимым другом. Как же я его в рукавычках ненавижу. Как же я его в рукавычках ненавижу. Гения, ты увидел мое лицо, как я там нарисовала свое лицо? Отлично. Ты видел? Да. В фотошопе. Я хотела посмотреть на реакцию Кэта и поставить это на вот, написать типа «Бекки из реальной жизни». И прийти эпично в дом. Представляешь, что будет? Есть игра, там есть пушки. И там есть и самые главные ножи. О, и там да. есть мед? Мед? Нет, мэджик. Магия? Смотри, что я так иду. Смотри. У тебя голос как у девушки. Смотри, как я иду. Что-то грустная игра Артём подобрал. Очень грустная игра. Очень грустная игра. Очень скучная. Я сейчас к нему сейчас заеду. Я сейчас его найду. Подожди. Надо следить за чатом, где он. Понимаешь? Он такой скрытный, такой человек. У него, кстати, папа умер. На войне. Купец. Он мой друг из реальности. Это же бле-бле-бле-бле, этот самый, который я добавила его. Ты помнишь? Он ливнул! Понимаешь, мой друг из реальности, он меня увидел и ливнул, представляешь? Да, кстати, знаете? Что? У меня прадеда дед инсайднулся. Почему? Ну вообще он просто умер. А в Overheaven пойдем. Главное, чтобы Кэт не был в сети. Он не в сети. О! Нет. Давай в Overheaven. В скобочках нет. Да зайди ко мне, там есть нож. А покажи свое лицо. Я его просто сфотошоплю. Сделаю его идеальным. Покажи свое лицо, я его сфотошоплю. Давай, Ени, давай. Давай прям. Глаза.
Сейчас глаза пока. Не надо, мне надо полное лицо, чтобы я все видела. Я, понимаешь, давай ты типа так улыбнешься, а я твои глаза типа пролисую, типа. И ты поставишь на вот, типа, гений из реальной жизни, представляешь? Мне дали за это ачивку. Дайте. Что? А, что? Ты где вообще? Знаешь, какая у меня реакция на это? Как на это? Какая-то. Ну давай, покажи свое лицо, просто заскриншоть мне в лысе, отправь свое лицо. И вот заскриншоти. Да, у меня... Давай, заскриншот, давай, я жду. Понимаешь, я понимаешь, сейчас забуду про твое лицо, понимаешь, я такой забыватель, очень сильный забыватель. А ты ж видел мое лицо, так что... Мое внешнее. Так что твои глаза надо покажи, просто твои глаза покажи, и все. Мне мои глаза тоже не нравятся. Почему? А еще когда вот здесь вот нажимай на Г, чтобы покупать что-то. Когда вот сейчас. Гений! Покажи мне свое лицо! Покажи мне свое лицо, хочу на него посмотреть. Нет. Почему? А я это лицо видела. Я его сейчас обработаю, это лицо. И сделаю, знаешь, что его? Типа, он станет стянкой, представляешь? Он станет стянкой. Представляешь, он станет тянкой. Представляешь, он станет тянкой. Кэтаря, это моё. Я хочу посмотреть просто на его... О, да. Очень крутая игра. Ей не покажи своё лицо. Ну, пожалуйста. Ей не. Ну, приз. Пожалуйста. Тогда я тебя зачар. Знаю, что это будет делать. Зачар. Что-то страшно. Что ты чар? Показывай свое лицо, давай. Я жду, давай. Давай, я не показываю свое лицо. Давай, Евгений, показывай свое лицо, ну пожалуйста. Я не хочу. Ну пожалуйста. Не хочу, не я. Если ты не покажешь свое лицо, я стану чарой, и тебя, знаешь, что с тобой сделаешь? Ты страшный, зачем? Убьешь меня. Да. Ура. У меня что, ПКМ перестал работать? Ты это... У меня ПКМ перестал. Я не знаю, что? Ясно. Я не знаю, что? Я, которая видела лицо Кэта. Знаешь что, Гений? Я, которая видела лицо Кэта. И забыла за его лицо, представляешь? Я настолько забыватель лица, представляешь? Он мне его показал, лицо. Тем временем мое лицо. Я вообще была в шоке с его лица. Капец. Ты будешь еще более в шоке от моего лица. Я это капец. Да? А я? Да, это капец. А я, посмотри на мое лицо. А я тоже капец. Смотри на мое лицо. Я полный капец. Мое лицо вообще смешное. Знаешь, что загорела я? Я загорела. И мне это попало в глаза, представляешь? Солнце мне попало в глаза. Я просто там покупалась там, и мне попало в глаза, загорела. А ты слышишь, как мой голос
изменился чуть, показывай свое лицо, ты уже показываешь? Моя рука, привет! О, твоя рука! Давай, показывай свое лицо. Давай, давай покажи свои глаза хоть, Ени. А я, которая видела лицо Бестолочи, у меня с Бестолочи похоже лицо почти, да? Сравним мое лицо. Мое лицо вообще похоже на Бестолочи, представляешь? Ну почти в один, почти похоже. Ты меня напугал! Мое лицо почти похоже на Бестолочи, понимаешь? Я когда увидела лицо Бестолочи, такая хотела сказать: о, братан по лицу, представляешь? Кстати, я могу поднять брови. Да? А я хочу, знаешь что? Я хочу твое лицо сфотошопить, хочу типа написать. Как это будет выглядеть, как я сфотошопаю? А я хочу, знаешь, что тебя там сделать? Он почему-то хочет, чтобы я играла роль Чару, его, знаешь, что насиловала. Он случайно не аферист? Он случайно не аферист? Скажи, что он аферист. Ты согласен, Ени, что он аферист? Куда? Го, пойдем, короче, в Брухэвен. Ясно, пойду приходить, значит, сама. Знаешь, что я там сделаю? Дичь. О, я маленькая здесь. Я надеюсь, что Кэт сюда не зайдет. А вдруг он сейчас сюда зайдет, Кэт, что будет? Что будет, если сюда Кэт зайдет? Я надеюсь, что он не зайдет, да? Что? Давай покажи. Давай я тебе покажу, как я рублюсь в игру. Нет. Ой. Сейчас как меня как увидит, я такая переодеваюсь снова в Бетти, он сейчас меня как увидит. Представляешь, он будет вообще в шоке. Я хочу его убить. Наверное, по серверу именно тут. Капец, как челу повезло. Что, как повезло? Чел один процент на планетарию, и он выпал. Ой, ко мне кто-то подошел. Ко мне кто-то подошел. Какой-то мужик. Я пытаюсь сделать себе как в виде, как Нео Беттин. Я хочу найти то же самое лицо, как и у нее. У него вроде бы анимешные глаза, типа такие. Глаза такие у Нео Беттин, типа. Я смотрю на Нео и смотрю на свой. У меня вопрос, почему меня Амбер называет меня Нео Бетти? Почему если я Бетти? Амбер, надо объяснить, что я Бетти. А, знаешь что, Ени? Чё? Я, получается, знаю, почему Амбер меня так называет Нео Бетти. Потому что, во-первых, я была раньше Нео Бетти, и потом я стала Бетти. И потом он меня так привык меня так называть, и мое сознание просто сошло с ума. О май гад. Смотри, что я там сделала. На свое лицо посмотри, на мое. Ой, не на жизни, не на жизни.
не на жизни нанесу, а на вот это. Смотри, что я делаю. Это получилось как-то так анимешно, скажи. Вот видишь, это маска. Это маска. Видишь, это маски. Это маски, это маски. Короче, знаешь, чё? Чё? Я забыл. Что забыл? Что там? Что я хотел тебе сказать. Что забыл? Я нашел, ты знаешь, какое лицо для РП? Отправь это к эту. Вот это вот. Вот это вот отправь к эту, тебе такая няшная. Подожди вот. Вот, вот это вот отправь. Скриншот просто это. Отправь к эту, я хочу посмотреть на его реакцию. Скриншотил? И отправляю ему как-то в лосе. Отправляю ему в лосе, типа. Я хочу на его... О, он в сети! Он в сети! Я хочу на его реакцию посмотреть, какая у него реакция. Скриншот мне, скрин. И ко мне в лосе отправь. Я хочу на это посмотреть, как он на это отреагировал. Если он не отреагировал на мою милость, то я сейчас его привью, я сейчас стану чарой. Хочу найти такие глаза, похожие на его Бетти. А Кэт в сети. Он был в сети и не был в сети. Скринь мне что-то там отправил в лосе Кэту. И мне в лосе скинь. Я хочу на это посмотреть. Чё? Да ничего я. Я что-то делаю, понимаешь тут? Кто-то что-то страшное делает. Зайди ко мне. Да, у меня комп, ты тут понимаешь? О, да, вот это милость. О, да, я хочу это купить, хочу это поставить на свою идеальную. О, так же мило, понимаешь? Я тут еще анимешное лицо, чтобы что-то купить. Ну тут ничего нету такое анимешное, только фигня какая-то. Зайди ко мне. Нет, не хочу. Я хочу, ты понимаешь, тут я ищу лица. Тут только фигня какая-то продается. Я писала в мозу маск. Я писала маск, и мне какая-то фигня, дичь выпала. Маск. Нео вроде бы, да? Я вписала маск Нео, и какая-то ерунда мне выпала. Какая-то хрень выпала. Ты бы видел, что я тут делаю, ты бы видел. Я хочу на эту реакцию посмотреть, как он придет, а я так, знаешь, с каким лицом стою? Знаешь, с каким? Посмотри. Сейчас сделаю страшный скин. У меня вопрос, почему Кэта будет по барабану на этот скин? Так, у этого маски, у Нео Бетти, что это за маска? Я пишу маска и ничего там нету. О боже, что это? Я пошел. Куда?
что это такое? Я хочу вот это вот ставить. О, да. А я нашла что-то. Что это? Что? О, да, вот это вот, вот. Что это? Что это? Что это? Что это такое? Она убивает меня. Что это такое? За фигня такая? Что это такое? Пошли, да, завис? Такими. Теперь ты понял? Что ж теперь ты?
Что за фигня? Что-то у меня какая-то фигня получается. Вот постоянно у меня видео выходит ночью. Ой, дело, так, сейчас мы вот это возьмем. Я знаю, что надо с этим делать. Это что? Чёлк розовый. Так, это как-то фиго. Пинк. Вот. Вот. Сейчас мне надо прям вот это вот. Да, теперь похоже! Мне надо главное, чтобы оно было вот так. А оно не похоже чуть-чуть. Оно должно, чтобы нормально было, похоже, подходило, но оно не подходит, как бы. Подобросное обойти. О, прям подцеплю на все. Ой. А как вернуть это говно? Нет, мне надо обратно вернуть это.
Мне как бы надо обратно это дерьмо вернуть. У меня как бы, как у Нео Бетти, вот это вот, нет, не это, мне надо как бы каре. Это фигово получает. Так, дай мне время, не знаю, были нормальные волосы, я их как бы потратила пустую. Как бы нормальные волосы, их такая. Во! Вот это нормально, вот это уже по-нормальному уже пошло. Что-то вообще фигня, какая-то фигня уже пошла, не похоже на Обэти, тут на меня. У меня не такие волосы, нет. Мне вот нормально, почти похоже. И надо уже эту фигню, как бы. Брухава не может, а тут как бы, как в каталоге. Надо выучить все. А, фиолет. Блин, какая-то фигня получается. Фигня получается у меня на его бейте. Давайте мы пойдем в каталог. Я надеюсь, что... В каталоге пойду и там сделаю на его бейте, потому что тут как бы фигово делается на его бейте.
Вот так я выгляжу именно вот так. Ой, ну даже не типа тихо будет. Давайте мы будем создавать Нео Бетти. Ура! Так, сейчас мы все. Сначала мы должны все тут заснять. И давайте мы тут все. Нет, не надо, не надо все снимать. О, тут даже нож есть, так, короче. И вот тут не видно, потому что его не считают, это мой ножик. О, такой-то хороший, так, короче. Мы должны тут все тут снять. Ой, нам не нужны, пистолет нам нужен, так что... Видите, вот так, ну, все. Теперь давайте мы снимем лицо, вот это вот. Какое-то фиговое лицо получилось. Лицо. Мне серьезно умело обойти лицо, очень серьезно, так что одежда. Вот. Вот. Должно оно что-то выбить. У него такое темное. У него такое темное, как бы. Вот, я нашла. Они уже недоступны. Сервер error. Я сейчас я не знаю, как создаюсь я. Хочу стать мной вот. Какой нафиг муж? Что мне пишет? Дайте я сейчас его найду. Фиолет, я надеюсь, что она одевается. А, одевается. Да, у нее такая вот футболка. У нее такая футболка, она мне вообще не подходит. Только фиолетовая есть.
Блин. Я еще больше похожа на мой. Вот это вот вроде. Да, вот это вот. Вот это вот. Теперь надо вот это снять, чтобы я все видела. Ну, вроде бы нормально. Еще не классические, а ладно, вот этот фиговый. У нее шорты. У нее шорты такие синенькие. Вот эти, да. Вот это вот похоже на Нео. А, не, я нашла! Я нашла! Я нашла, похоже! Да, да, вот это вот я нашла. Ну, похоже. Делаем. Получилась какая-то фигня. Так, теперь волосы. Она должна меня повести с волосами. Как же красиво! А тебе надо что-то найти, что-то розовенькое, типа такое. Нет, 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 нет. Я хочу, чтобы что-то в лицо, чтобы было. Чтобы было что-то... Вот так надо, чтобы было. Вот! Вот! О! Как это получилось, как это бред какой-то у меня скин. Это не Нео, блядь, это какой-то фиговый. Сейчас скажет на это видео, сейчас посмотрит и офигеет. Занимается каким-то фиговым днем. Фигня какая-то. Сейчас кто-то посмотрит мое видео, и тем временем Кэт такой сидит и смотрит. И что-то такое симпатическое. Нет, это не симпатическое. Вот, чуть-чуть похоже на Нео Бетти. У нее белая кожа. Надо, чтобы сделать такое.
Сделай вот так. Ну, что-то похоже. Да, 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 да. Это маски, ты маски. Надо что-то типа такое, аксессуары, типа найти. Типа что-то вот это, вот это. Вот. Нет, надо что-то найти. Надо что-то типа такое найти. Нет, ничего такое не находится. Вот и дерьмо. Может, чтобы она подходила под цвет кожи. Не подходит, не подходит-то. Это ерунда получается. Ладно, я хочу без глаз, без ничего. Просто аниме глаза и все, и больше ничего. Вот. Вот, это нашла дерьмо. Ну ты прям пиздись. А вроде бы Необайте тут ничего тут не присутствует. Мы что-то в ней украсим, в Необайте. Сейчас мы что-то в ней украсим. Но не, ничего такого не будет. Пистолет, который просто никому не нужен. Нет, надо найти что-то пистолет, типа такой неошный был. Чтобы пистолет был необычный. Это фигня получается у меня, господа. Я не могу сдаться. Иногда, если я сейчас это куплю и найду какой-то такой красивенький скин, и что-то это все сольется просто у меня. Ладно, давайте без этого. Все без этого, короче. Надо еще, чтобы, знаете, что еще плечо на плече. Какое-то. Иногда Нео Бетти носит с собой джакет, тип такой. Ты такой монстр на плече. И назад. Вот такой монстр возле нее такой сидит. Вот это вот, да, да, вот это вот, да. Сзади нее вот этот монстр, да, да. Почти похоже. И она держит пистолет, и у нее такие. Дайте мы этот скин сохраним, чтобы было куда-то деть. Потому что Нео Бетти это я. И теперь. Похоже просто, похоже на скин. Гений, посмотри на мое видео, похоже на Нео, на Нео Бетти или нет. Или мне изменить скин, что-то не похоже. Потом это будет лучше, посмотрим, как получилось и как нет. Просто сохраняем Нео Бетти, все замечательно. Сохраняем, чтобы ничего не забыть, потому что... Отличный скин, пользуйтесь, господа. Меня создать, я и есть, господа, Нео Бетти. Просто я хочу создать такой скинчик, такой идеальный. Чуть-чуть не похоже на Нео Бетти, прям чуть-чуть похоже. Но глаза мне они не нравятся, понимаете? Я хочу чуть-чуть, они чуть-чуть похожи. Но вот этот монстр, который выглядит, мне он не нравится. Я хочу его убрать. Он типа из жопы торчит, чтобы вы понимали, как на хвост похоже.
Как на хвост похоже. Ну ладно. Давайте мы на эмоции, типа, там, что вот это, типа, вот так попробовать. И манипетировать, блин. Сейчас, замедленно. Манипетировать, типа, йога, типа, такая. И для, типа, скинов можно тут что-то сделать. Можно даже этим скином даже снимать тиктоки. Даже не с ним представить, да. О, вот и поза. Эта поза прям шикарная. Давай утром завтра поиграешь. Отлично, это прям идеальная поза для Нео Бэтмена. Надо как прям поза, чтобы подходила. Вот тот дрог. Вот, отлично. Подходит. Ну, надо еще сделать что-то какие-то детальки в Нео Бэти, потому что чуть-чуть похоже, но не профессионально. Я прям подействовала. Прям непрофессионально. И я хочу сделать что-то такое. Типа вот эта вот поза. Нет, это не подходит. Я хочу закончить видео, господа, прям так шикарно. Во! Это прям подходит. Прям подходит. И давайте будем, короче, господа, заканчивать. С вами была я, Софирка Плей. И всем бай-бай. Увидимся в следующих видео. Чё-то монстр нагнуло. Надо вот так еще потанцевать. И вот, замечательно. Еще мы должны вот это вот, как это... Я хочу именно вот так, да. И теперь... Ну, что сказать о скине? Ну, чуть-чуть скин прекрасный. 10 из 10 ставлю в этом скине. Если ты не сейчас посмотришь это видео и не оценит мой скин, то я сейчас очень буду зла. Ну, чуть похоже на Нео. Ну, чуть похоже. Но надо чуть постараться под скином, типа, что-то там. Ну, давайте мы на этом мы с вами и закончим. С вами была я, Софирка Плей. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь на мою банду, короче. Банда, да. Всем бай-бай. Увидимся в следующих видео.